Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Здравствуйте. Все у вас в порядке? Все хорошо? Ой, спасибо большое. Так, у нас вызов от службы спасения. Девушка 22 года. Подозрение на черепно-мозговую. А спасатель там каким боком? Двери открывают. Пишут, что заклинило замок изнутри. А наша пациентка что, головой запертую дверь билась? Артём. Ну что, Салага, поработаем? Работаем. О, коллеги, физкульт, привет. Вызывали? Ага. У нас там на Приморском ЧП газовую трубу в жилом доме рвануло. Полдома в труху, все бригады туда. А мы здесь с этим замком китайским возимся. Ладно, мы погнали, короче. Хорошей вам смены. Угу. Блин. Простите, забыл, нельзя вам такого желать. Сейчас, если я... Все, забыли, откатили, но посрано. Давай, Олег. Доброй ночи. Ага. Теперь все дежурство в одно место. Чего? Потому что всякие удоты желают хорошего дежурства. Проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Сюда. Добрый. Наверное. Значит так, фамилия, имя, год рождения. Это писательно? Конечно. Алина Петрова. Куликова. Так, вы определитесь? Ну, просто мы с ней еще не женаты почти. Я привык называть ее Петрова. Хорошо, паспорт дайте, пожалуйста. На регистрацию по месту жительства отдали. И что, никаких документов? Справка в Рим должен давать вместо паспорта. Выдали тебе справку, Алин? Тошнота, рвота, головокружение есть? Плохо. У вас ушиб головного мозга. Как вы вообще получили все эти травмы? Они домой шли. А тут эти наскочили, твари эти. Гопники, короче, напали на нас, убивались. А как так получилось, что она вся в ранах, а вас даже не тронули? Очень даже тронули. И ни одного ушиба? Покажите руки. Так это им тоже досталось? Им или вашей девушке? Вы на что намекаете?
В общем, нужно ехать делать КТ, а собирайтесь в больницу. Позже поедем. Позже нельзя, нужно сейчас. Я сказал, что мы позже поедем. Давайте эту бумажку и подпишу отказ. Тогда мы сейчас позвоним в полицию. Что? Зачем это? Зачем это в полицию? На то, что ваш сын избил свою девушку. Кого? Кто это вам сказал? Вы посмотрите на его руки. Ну так это он в спортзале. В спортзале? Или дрался? А он и в спортзале, и дрался. Он девушку защищал, между прочим. Ну, эту версию вы приберегите для суда, потому что именно он избил свою девушку. Что? Тихо. Значит так, сейчас уйдете, и как будто вас и не было. Сынок, не надо! Вы их бумажки сами придумают, что написать. Это понятно? Так, тихо. Давайте мы все успокоимся. Хорошо, мы уйдем, но заберем с собой девушку. Нет, девушка останется здесь. Стой, тетя, на выход. Телефон убрал! Положил его, дай сюда. Тихо, забирай. Сыночек! Артём, полицию звони. Сынок! Что вы делаете? Нарыдалась, да? Но без приключений не можу. Хорошо, что защитная пленка была. Так бы влетел этот вызов в копеечку. Что с ним теперь будет? Ну что, что, завтра в салоне новую поставлю. Да нет, с Петровым этим. А, кстати, с боевым крещением. А с этим? Ну, нанесение тяжких телесных, угрозы, взятие в заложники. Думаю, присядет ненадолго. Но туда ему дорога. Согласен. А с чего все началось? С пожелания спасателей? А ты в приметы не верил. Том, ты нормально? Да не нормально. За эти копейки еще на куски порежут. Никто бы не дал тебя порезать. Черт. Степаныч, давай проедем через мой дом. Я на 5 минуточек забегу. Зачем? Мужа хочу обнять и дочку. Слушай, этот псих, конечно, убить не убил бы, потому что не знает, куда тыкать, но покалечить мог. Степаныч, правда, давай. Мы Томку чуть не потеряли. Но все равно на подстанции знаешь, что мы полиции показания даем. Дали уже. Я тебя очень прошу, пожалуйста, давай проедем. Будь человеком. Степаныч. Что я должен постоянно? Ладно, поехали. Алёша. Тома? Что случилось? Ты же на дежурстве. На нас напали. Кто? Как? Долгая история, давай потом расскажу. Я на секундочку заехала обнять тебя, поцеловать. Хорошая. Наташку. Поняла, что просто с ума сойду, если этого не сделаю. Где она, кстати? Дашка? Да. К подруге пошла с ночевкой. К Наташе, что ли? Да. Не нравится мне она. Одни мальчишки в голове. Я своего на плечах. Ты себя вспомнишь 16 лет? Между прочим, 16 лет я в 9 часов вечера была уже дома. Мне бабушка таких вставляла. Была, вставляла. Все. Спокойно. Не хочу тебя. Я тебя хочу. Тебя люди ждут. Черт. Ладно. Поехали. Твою мать. Что ты разлеглась? Ты с ума сошла? А если она сюда вошла? А, и что? Или мне надо было спрятаться в шкафу и посидеть там? И котик. Оденься. Зачем? Выпить хочу.
Ты что, обделался? А ты бы не обделалась? Mm-mm. Жена чуть не застукала в семейном ложе. Ну, вообще-то я в гостях своего жениха. Ой, перестань. Ты любовница моя. Я любовница? Ну, а кто? Официально ты моя любовница, она моя жена. Лёш, какого черта? Ты мне что говорил? Я ей завтра скажу, котик, я ей сегодня скажу, Господи. Котик, я ей послезавтра скажу. Не Лёш, начинай, а когда ты мне скажешь? Я не... Котик, я телефон просто забыла. Так, что ты хотел мне сказать? Ну, давай смелее. Что ж тут непонятного? Мы же взрослые люди, Том. Ну, раз так, тогда давай я сейчас уйду, а когда приду, чтобы ни тебя, ни твоего котика здесь не было. Угу. Довольно. Сейчас, слышите? Сейчас, скорая там. Сейчас приедет. Вы? Скорая приедет. Башка болит. Сотряс, походу. Я же говорил, не гони. Мать меня убьет. Что делать? Слушай, а если эти не выживут? Черт, да где же эта скорая? Ваня, посмотри этих двоих. Запиши номера. Степаныч, готовь каталку. Помоги. Я не могу. Ваня, звони диспетчеру. Геморрагический шок. Внутреннее кровотечение. Малыш, посмотри. Как ты? У нас 5, 2 тяжелых. Да, еще бригада. Он не дышит. Я тоже врач. Папа. Так, помогите, у меня только 2 руки. Перчатки есть? Давай, папа! Я помогу. Есть. Тихо. Хорошо, смотри. Пошли. Степаныч, привет. Закупорка дыхательных путей. Счет идет на минуты. Мама! Все хорошо, слышь меня, успокойся. Амбушку готовь. Дефибриллятор. Держи. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, раз, четыре. Давай. Амбушка. Раз, два. Давай. Бабушка. Раз. Два. Все, есть, есть. Все в порядке. Мы откачали его. Так. Все, отлично. Сейчас. Остановка. Мы его откачали. Начинайте интенсивную инфузию. Давай. Хоп! Раз, два, три.
Больно? Нет. Но будет больно, когда батя приедет. А этих? Куда их увезли? В 6-ю городскую. У них все будет хорошо. Из-за вас чуть не погибло 3 человека. Чем вы думали? Давай, свободен. Вы еще здесь? Вы кинули спасать ребенка, на котором почти не было царапин, когда мужчина был тяжело ранен. Спасибо за помощь. Но кто вы такой, чтобы меня учить? Как вы потом смотрели в глаза его семье? Вы правы, у меня просто был очень тяжелый день. Из-за вашей ошибки мог умереть человек, вы это понимаете? Спасибо, что вы оказались рядом. Это сработал материнский инстинкт, наверное? И за диагноз тоже спасибо. А кто это? Поехали. Привет. Здорово, здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. О, привет. Ну, кто есть 4-летний кризис? Так что ты решил? Пусть понять. Дашь ему второй шанс. О, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Прошу. Надо? Так, ну, вроде бы все собрались, я вижу, да? Ну что, друзья мои, начнем, пожалуй. Все вы знаете, что я засиделся с вами. 5 лет пересидел. За убийство столько же дают. Ну вот, наконец, свершилось. Хочу представить вам новый главный врач Александр Георгиевич Гордеев. И его заместитель Семен Анатольевич Цаплин. Очень приятно. Так что, дорогие друзья, прошу любить и жаловать. Прошу. Рад вас всех видеть. Обязательно познакомимся поближе. Приглашу вас к себе и с каждым лично побеседуем. Спасибо. Ну, приехали. Знаешь, красавчика или рыжего? Обоих. Этот красавчик вчера на ДТП был. Учил меня оказывать первую помощь. Темно было, не знаю, узнал. Да не узнал, конечно. А второго откуда? Сокурсник. Так у вас был роман? Какой роман? У меня Дашка уже была. Дашка уже была, а мужа уже не было. Тома, стоять! Томка, здорово! Привет, золотая моя! Ну ты красотка! Такая же, как была, даже краше стала. А что, не веселая? Ты, может, не рада меня видеть? Рада, просто ночь тяжелая была. А, ну да, я наслышан. Это история с нападением, да? Угу, да. А ты стал заместителем главврача, да? Представь себе. Так что любой вопрос ко мне в кабинет, все порешаю. Как там наша кого-то встречала, может, знаешь?
Слушай, ну Фадеев вроде в городской больнице, и Ерофеева где-то в частной клинике, по-моему, пластику пошла. Точно, с пластикой она. Она же себе, говорят, груди сделала огромные просто. Ну, таких подробностей я, конечно, не знаю. А ты как вообще? Замужем? Да. Ай-яй-яй, увели тебя из-под носа. Кто-то из наших? Нет. Муж с компьютерами связан. Компьютерщик? Да. Это ж скукотища. Не надоело? У нас идеальный брак. Идеальный брак. Ну, ты... Идеальных браков не бывает, поверь мне. Ну, хорошо. Да. Увидимся позже. Увидимся. Я по делам. Давай, Тёмочка, давай, золотая. Да. Здрасте. Здрасте. Ой, Томка, берегись. В смысле, он не успокоится, пока тебя в койку не затащит. Перестань. По себе людей не судят. Скажешь тоже. Ладно, если что, я себя забегаю. И пока эта муха будет гладить свои лапки, я буду говорить, что у меня все в порядке. В среднем человек день может врать до 200 000 раз. Вот и я солгу сейчас, а потом ты уйдешь, а я останусь. Станет странное сердце, бестолковое усталостью. Я буду бояться остаться один на один с этой комнатой цветных пелерин. Тобою связанных на мне пелерин. Поздно. До 3 уроки, а потом классный час. Чего не позвонила, что задержишься? Я думала, ты спишь после дежурства. Ну ладно, иди мой руки, я разогрею что-то поесть. Угу. Что-то случилось? Как дела в школе? Нормально. Чего ты мне не сказала, что к Наташе собираешься? Ну, я же сказала, ты меня отпустила. Как это я тебя отпустила? Он сам меня выпихивал. А где он, кстати? Не знаю. Можешь ему позвонить, пожалуйста? В смысле, сама звони, это твой муж. Даш, я тебя прошу. Вы поругались, да? Ладно. Алло, привет, а ты где? Да? Ну ладно, давай. Он сказал, что живет теперь в другом месте. А почему ты мне не сказала? Я сама только что об этом узнала. Как интересно. Котик, что ты не спишь? Потому что диван неудобный. Ну, разживемся, купим новый. Угу. Да. Опять музыку врубили? Вызываю лицо, сейчас...
Мы это каждый день будем слушать. И это не квартира. Это какой-то музей галимых картин. Бандитский район. Дешево так, только потому что сюда ни один нормальный человек не приедет. Хорошо. Давай все переиграем. Это как? Я к родителям вернусь, ты к ней? Но тебе что-то не нравится? Мне нравится. Мне очень нравится Мила. Что ты предлагаешь? Ты знаешь. Как я об этом скажу? Обыкновенно. Потому что в этом нет ничего такого. Ты же должен где-то жить. Меня все устраивает. Картин нормальные. Это барокко. Доброе утро. Доброе утро. Александр Георгиевич. Александр Георгиевич. А вы? Тамара Ильинична. Очень приятно. Мы же с вами знакомы. Да, Анатолий Афанасьевич вас представлял. Нет, до этого. Добро пожаловать в наш коллектив. Спасибо. А это вас, наверное, ожидают. А это Елизавета Андреевна. Мы просто должны с ней переговорить. Так что хорошего вам дня. Вам тоже. Угу. Спасибо. Как он на тебя смотрел? Дырку в затылке прожег. Чего хотел ты? Напомнил о том случае. Близко. Видимо, я попала. Ой, что я тебе расскажу как раз по поводу этого красавчика? Ты уже справки навела. А то. Значит так, женат, жена модель. Два раза младше его. Да, мне как-то все равно. Ну, знаешь, тебе может быть и все равно, но кроме тебя есть еще и другие женщины. Так, женился в 35 лет. Молодость у него была какая-то трагедия, невеста погибла. Вот поэтому так поздно и созрел на брак. Лиз, мне намного интереснее узнать, какой он начальник. Ну, это не удалось узнать. Он же только заступил. А я уже так размечталась. Лиз, он женат. Ну что? Может быть, ему надоела его тупая модель, и он хочет познакомиться с нормальной женщиной, не обремененной излишней худобой. Угу. Чайку? Да. Ого. А ты куда это такая красивая? На встречу. С хахалем, что ли? Да, что за слова? С каким еще хахалем? Вижу. С Лешей? Да, предложил встретиться. Ты простишь его? Ну, он как бы еще не просил у меня прощения. А если попросит? Даже не знаю. Да простишь, чего я тебя не знаю, что ли? Ма, ну ты только оденься поприличнее, чтобы он видел, что ты у нас ого-го какая королева. Знаешь, а даже из тебя можно сделать сексуальную штучку. Послушай, что за слова? Давно хотела сказать, мне не нравится, что ты общаешься с Наташей. А Наташа тут при чем? Ну, потому что ты стала какой-то... Какой? Я... Мам, я выросла просто. А, не спеши. Кто бы говорил, у тебя в моем возрасте уже я была. Ну, вот именно этого я и боюсь. Привет.
Здрасте. Спасибо, приборы. Спасибо. Обязательно было ее сюда тащить? Том. У меня от нее секретов нет. У меня есть. Ну, подожди. Котик. На 5 секунд. Далеко ушла. Том. Нам нужно обсудить наш развод. Чего обсуждать? Подавай заявление. Я согласна. Да, но нам нужно разделить имущество. Какое имущество? Это вообще-то бабушкина квартира. Была. До того, как мы купили нашу с доплатой. Я в ремонт тоже вкладывался. Как интересно. Прости, но... А мы с Дашей куда, на улицу? Ну, на свою половину что-нибудь купишь. Комнату в коммуналке. Перчик, помидорчики из моего огорода, варенье малиновое, как ты в детстве любила, котлетки куриные и, конечно же, пирожки домашние. Бабуль, да зачем? Ой, да знаю я, как ты тут питаешься с твоей работой. Ни выходных, ни проходных. Спасибо тебе большое. Том. Выше хвост. Ну, что ты расклеилась? Ох, оторву я Лёше кобелю этому причиндалы. Он квартиру хочет разделить. Вот ему, а не квартиру. А ты расклеилась. Ничего он не получит. Так и передай ему. Это моя квартира. А размен? У него тут своя доля. Бабуль, я вообще не знаю, что делать. Так, тихо. Не хватало еще. Моя внучка будет из-за этого гада слезы лить? Да. Леша, сыночек, а что же это ты придумал, мамин ты сын? Софья Матвеевна, давайте не будем ругаться. Нет, мы будем. Или ты думал, твоя деваха навесила тебе лапши на уши? Так вот. Такого не будет, мальчик мой. Софья Матвеевна, я вас очень люблю. Не ври, тебе не идет. Ладно, уважаю. Вот здесь мы и поставим точку. Если вы не хотите добровольно, я подам в суд. Ах, в суд. Перышко в задницу. И что, они даже не предупредили? Мы предупредили, сократили всех. Трудовой идут в конце недели. А что случилось-то? Разорилась фирма, все. Так, и что? И что, это значит, что никаких выплат даже не будет? Котик, какие выплаты? Суда не будет. Почему? А как же квартиру делить? Она же против. Откуда я деньги возьму на суд? А кредит возьми. Ну, кто мне его даст? Я теперь безработный. Коть. Мяу.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня помните? Вы на вызов приезжали? Помню. Спасибо вам большое. Вы меня просто жизнь спасли. Как вы себя чувствуете? Нормально. Хорошо. Лучше, чем тогда. Я думала, он меня убьет. Это было не ваш жених? Нет, что вы. Первый раз встретились. Мы общались на сайте. Такой приятный был. Гостя позвал с мамой познакомить. И ты пошла. Он начал приставать. Я хотела уйти, а он как с цепи сорвался. Ключ в двери сломал. Не пускал меня. Я не знаю, что было бы, если бы вы не пошли. Спасибо вам. Успокойся, все хорошо. Все позади. Успокойся. Том, кому ты еще названиваешь? Дочери не могу дозвониться. И гуляет, наверное. В 12 ночи. Самое время, Том. Самое время. А чё это мы заскучали, а? Ничего мы не скучаем. Наташа, пойдем отсюда. Нормально, что солнце, давай еще. Пошли, перетереть надо. Ну что, давай? Что? То самое. Не трогай меня. Детка, называется списка. Ты зачем сюда пришла, а? Ну, явно не за этим. Мне 16 лет! И что? Я сейчас буду кричать. Давай. Не трогай меня! Ты знала, зачем идешь? Бери руки! Да, хорошо, я поняла. Скоро буду. Да. Что случилось? Да, нормально все. Дашку просто забрать надо. А вызов? Том, 3 часа ночи. Совесть у тебя есть? Леш, ну ты ей как отец был. Ты же ее воспитал. Я тебя очень прошу, помоги мне. Подожди. Там Дашка в полицию попала, забрать надо. Какого перепугу? У тебя теперь другая семья, и проблемы Тома тебя не волнуют. Том, ты скоро? Долго нам еще здесь торчать? Сейчас. Семен, привет. Прости, пожалуйста, что так поздно. Я тебя разбудила, да? Слушай, отпусти, пожалуйста, меня с дежурства. 2 часа. У меня большие неприятности. Точнее, у Дашки моей. Она попала в полицию, и мне нужно ее забрать. Если я этого не сделаю, она там останется на всю ночь одна. Я тебя очень прошу, помоги мне, я... Домочка, конечно, иди. Я тебя прикрою. Спасибо. Спасибо, Семен. Да не за что. Мы же друзья. Сегодня я тебе помог, завтра ты мне. Да, я твоя должница. Благодарю тебя. Да, пока. Даша, ты очень сильно меня подвела. Если я сутками работаю, это не означает, что ты можешь делать все, что тебе захочется. Как вообще так получилось?
Это твоя подруга Наташа тебя затащила? Я вообще запрещаю тебе с ней общаться, поняла меня? Это еще почему? Потому что она плохо на тебя влияет. То есть, когда твой муж раз в неделю отправлял меня к ней на ночь, она плохо не влияла? Я об этом ничего не знала. И ты мне об этом ничего не сказала. Ну так нечего теперь права качать. Послушай, Даша, ты не будешь с ней общаться. Я твоя мать, и я знаю лучше. Что ты знаешь вообще, а? Чему ты можешь меня научить? Как рожать в 17, а потом как терять мужей одного за другим? Спасибо! Спасибо, что помог. Что ты хочешь? Ты не вовремя. Том, подожди. Подожди, я не займу много времени. Если ты по поводу квартиры, я не буду обсуждать с тобой этот вопрос. У меня есть встречное предложение. Как это? Читай. Что это? Кредитный договор. Мне же нужно как-то решить жилищный вопрос. Ты собрался брать кредит? Послушай. Софья Матвеевна права. Это твоя квартира. Я не могу на нее претендовать. Надо же. Том, ну за кого ты меня принимаешь? Так как мы с тобой официально еще не разведены, мне нужно твое согласие. Что, я не против кредита? Пиши здесь. Пожалуйста. Спасибо. Ну. Вперед к новой жизни. Да? Привет, звал? Томушка, здравствуй. Здравствуй, моя золотая. Привет. Привет. На, проходи. Садись, чай, кофе. Нет, благодарю. Смотри. Спасибо тебе большое, что ты меня тогда выручил. Перестань, мы же друзья. Друзья. А друзья для этого и нужны. Ты что-то хотел со мной обсудить? Да. Мы же с тобой друг друга знаем уже, знаешь, как говорится, с нашей медициной столько и не живут. Поэтому давай напрямую, вот без обиняков, да? Да, конечно. Мы с Александром Георгиевичем здесь люди новые. Никого не знаем, ничего не знаем. Ведешь нас в курс дела? Да, конечно, без проблем. Чего вопрос? Ну и иногда будешь нам рассказывать, что у вас здесь творится, в том смысле, ну, кто, как, что, почем, так сказать, в кулуарах подстанции. Нет, Семен, так я не смогу. Интересно. Ты же, ну, сама сказала, что моя должница. И пока эта муха будет гладить свои лапки, я буду говорить, что у меня все в порядке. В среднем человек в день может врать до 200 тысяч раз. Вот и я солгу сейчас, а потом ты уйдешь, а я останусь. Станет странное сердце, бестолковое усталостью. Я буду бояться остаться один на один с этой комнатой цветных пили.
кого? Здрасте. Что такое? Что... Алексей, можно? Он здесь больше не живет. Вы его жена? Мы разводимся. Это не важно. Когда долг отдавать будем? Целуй меня, пока лучи не целятся в нас, пока еще мы что-то чувствуем, пока...